Добрый день, друзья! Сегодня июльский обзор цен на опеля в Литве. Несколько машин в обзоре будут осмотрены подробно. Opel Zafira 2003 года, 1.8 бензин, механика, цена 2200 евро. Opel Meriva из Франции 2010 года, 1.4 бензин газ, механика, пробег 125 тысяч, цена 3350. Your touch so soft. Not looking for no, no, no. Heaven or gold, 'cause I got you. Opel Vectra 2008 года из Германии, 1.8 бензин, механика, кожа, цена 4000 евро. Like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your... Opel Insignia 2011 года. 2 литра дизель, автомат, комбинированный салон, пробег 172 тысячи, цена 5350. Opel Meriva из Франции 2009 года, дизель 1.7, механика, пробег 200 тысяч,
Цена 2190. Opel Zafira из Австрии, 2005 год, 2 литра дизель, механика, цена 2000 евро. Opel Zafira 2005 года из Германии. 1.8 бензин, механика, пробег 182 тысячи. Цена в объявлении стоит 2400. При общении по телефону продавец отдает ее за 2000. Со мной ездили двое ребят из Украины. Эта машина их заинтересовала, поэтому осмотрим ее поподробнее. Космический объезд. Красиво. Но она воняет внутри жутко. Собаки. Да, собаки. Там собаку возили. Ну, на мой взгляд. Нет. А за 1800 метров. Чел. Прямо сейчас заберу. Вот такая, какая есть. Ну подумайте, я говорю, прямо сейчас стою возле нее, что-то оформили. Да. У нее пятый год, да, я понял. А это самое, она... Ну так, шланг или что-то как-то, да? А как-то, может 1,9. 1,9. Мне нравится, что она вот как танчик. Прекрасно. Ребята пытались торговаться за 1800, но не получилось. Продавец ниже двух не скидывал. В итоге машину эту не взяли и решили искать другую. Что он хочет за нее? Двушку? Пробег говорит. Пробег говорит, ну что тебя достать? Открой капот. Есть пробег? Да. 182 тысячи. Там что-то.
Подожди, газони. Сейчас, я хочу. Сейчас я 4000 дам оборот. Давай. Вообще отлично. 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 Вова, ничего нет. Упа, вообще ничего. У него чек горит. Это аж клемку надо скинуть. Постоять 10 минут. Если опять загорит. Давай скинем клемку. Сейчас. Ну так работает. Угу. Просто сейчас надо клемму скинуть, минут 10 поставить. Мне вот такой бачок есть. Где можно? Opel Astra из Германии, 2007 года, дизель 1.9, механика, цена 2950. Opel Meriva из Франции, 2011 года, дизель 1.7, автомат, комбинированный салон, цена 5450. Opel Zafira 2006 года, из Германии, 1.9 дизель, механика, цена 2600.
Opel Zafira Tourer 2013 года, 2 литра дизель, механика, цена была 6990, теперь снижена до 6490. Opel Combo 2008 года, дизель 1.3, механика, цена 2950. Эта Зафира тоже заинтересовала ребят. Машина из Германии, 2006 года, 1.8 бензин, пробег 214 тысяч, цена в объявлении 2900, продавец готов отдать за 2600. Но ребята снова не сторговались. Две шестьсот последняя цена, да? Opel Zafira из Франции, 2005 года, 2 литра дизель, механика, цена 1800.
Opel Insignia 2010 года. Из Франции, 2 литра дизель, механика, комбинированный салон, пробег 210 тысяч, цена 4450. Opel Zafira из Франции, 2006 года, 1.9 дизель, автомат, комбинированный салон, цена 2600. В этот раз у ребят упал глаз на Opel Vectra. Машина тоже из Германии, 2008 года, бензин 1.6, пробег 154 тысячи, цена в объявлении 2650, на месте продавец отдает за 2500. И сколько за нее хотят? 2500. 2500. Подожди его. Не знаю, сколько за ней ребята торговали, но тоже не срослось. Opel Insignia из Бельгии. 2014 года. 2 литра дизель. Механика. Цена на экспорт 6250.
Opel Insignia из Франции. 2009 года, 2 литра дизель, механика, кожа, цена 4850. Opel Zafira 2014 года. Из Франции, 2 литра дизель, механика, пробег 177 тысяч, цена 5800. Opel Insignia 2009 года, дизель 2 литра, механика, цена 4700. Opel Corsa из Германии, 2007 года, бензин 1.2, механика, пробег 122 тысячи, цена 3350. Opel Meriva из Франции, 2013 года, 1.7 дизель, механика, комбинированный салон, цена 5450.
Opel Meriva 2011 года. Из Франции 1.7 дизель, автомат, комбинированный салон, пробег 170 тысяч, цена 5400. Opel Astra 2009 года. Из Франции. Дизель 1.7. Механика. Пробег 190 тысяч. Цена 2400. На этом июльский обзор Opel'ей закончен. А, да, вот еще забыл. Ребята с Украины на следующий день все-таки подобрали и купили машину. Opel Astra 2009 года. Машина из Германии, один хозяин, без повреждений, в родной краске, 1.4 бензин, механика, пробег 230 тысяч. Куплена за 3100 евро в Мариамполе. Сейчас эта машина уже в Украине, в городе Харьков. Ребята сняли машину уже там и прислали, чтобы показать мне, что они купили. Они периодически приезжают сюда за машинами и организовывают так называемые евротуры для желающих приехать в Литву за машиной. Кому такая услуга нужна? Телефон на экране и в описании видео. Ну, на этом уже точно все. Смотрите, пишите, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Всего доброго. До следующих обзоров.